А в Ноябрьске Федеральная миграционная служба инициировала проверку маршрутных такси. Совместно с госавтоинспекторами сотрудники ведомства проверили водителей пассажирского транспорта. Разумеется, каждый по своей части. Если ГАИ в первую очередь интересует наличие у водителей страховки, техосмотра или прав в принципе, то ФМС главным образом наличие разрешений на работу. За 5 дней проверено 86 маршруток. Выявлено свыше 30 нарушений. Правда, большая часть касается все же правил дорожного движения. Что касается нелегалов, таковых среди водителей маршрутного такси не выявлено. Хочу сказать, что в нашем городе за 5 дней данной акции данных нарушений выявлено в принципе не было, потому что все у нас водители маршрутных такси работают по разрешению.